Неприятные запахи и душераздирающие крики каждый день беспокоят жителей города Татарбунары. На протяжении многих лет люди страдают от деятельности предприятия, расположенного в самом центре. Это скотобойня. Здесь круглосуточно происходит забой животных. После тревожного звонка, раздавшегося в нашей редакции, в Татарбунары выехала наша съемочная группа. Для снабжения городского населения мясной продукцией применяется система забоя сельскохозяйственных животных. Скот перевозят из ферм или других производственных объектов на скотобойни. Казалось бы, система налажена. Однако есть одно «но». Предприятие расположено в черте города, среди жилых домов. Это нужно иметь очень крепкую нервную систему для того, чтобы каждый день слышать вот эти дикие вопли. Потому что каждый день идет забой. Во-первых, детей у нас очень много. И я так понимаю, что это вообще образец жестокого обращения с животными. Жители Татарбунар многие годы обращаются в различные инстанции с просьбой запретить забой животных в городе. Но чиновники молчат. Взрослые дети продолжают жить в атмосфере неприятных запахов и криков животных. Нікуди сходити, тільки йду на кладбище, а там сидіти невозможно. Другий раз, як вітер подує з тої сторони, туди, так вікна відкрити невозможно. Це що ж це таке? Скільки ж можна нас губити? Расположение скотобойни в черте города Татарбунары противоречит всем законам Украины. В этом случае нарушены права людей, ведь размещение такого предприятия прямо под окнами нарушает все санитарные нормы. Жители утверждают, что нечистоты после забоя животных вывозят менее чем за километр от города и выливают в старые дырявые резервуары. Рядом расположены артезианские скважины с питьевой водой, а животные порой часами остаются в грузовиках, которые их подвозят. Решение Віктора Івановича Швеця, голови міської ради, воно проти закону, бо немає таких правил, виписаних про те, що мають забійні пункти, знаходяться на території міста. От машина одна, і вон машина вторая, газель. На ній сюди возять свиней, корови, овці. Так продолжается уже несколько лет. Скотобойня с каждым годом лишь расширяется, достраиваются новые корпуса, а власть Татарбунар упорно закрывает глаза на жалобы людей. Максим Шпац, Сергей Самойлов, Новая Одесса.